вот этот магазинчик, в котором продают всякие вкусняшки, сладости и чипсы. Он очень популярен. Вы его и в Google Map найдете, и в интернете о нем много заметочек. Сейчас поближе витрины покажу. То есть здесь можно и вкусняшки купить, и какой-то подарочек, какой-то сувенир. Какие пупсики. Ой, запах! Обалдеть! Здесь вообще какой-то зоопарк. Снимаю немного сбоку, чтобы не отсвечивать в витрине. Яйца, блин, Фаберже. Все, все в кучу. Все, что может заинтересовать туристов, все продают. Магазинчик маленький. А изнутри на канале у меня есть видео. Не в этот раз. Что-то одни пупсы сегодня. А в прошлый раз прям сладости, сладости, сладости были. Миндаль всякий. La fábrica de Paco.